Фегги, гляди! Это Джокер! Как видите, Метрополис стал походить на Готэм с тех пор, как Лига Справедливости исчезла. Бесследно. Вот именно. А кого звать, если самим героям нужны герои? Крипто? Он летает, у него лазеры в глазах! Теперь мы сможем выяснить, что же случилось с Лигой Справедливости. Быстрее летящие пули, сильнее локомотива, прямо как Супермен. О боже, мы в западне! Нужно сорвать маску с этого призрака, иначе все эти бесконтрольные злодеи уничтожат мир. Великанша! Уворачиваюсь! Опять криптонские штучки! Соломон Гранди! Узнаемся! Лекс Лютер? Это точно. Крипто, молодец! Так, нужно искать подсказки. Так в чем же дело? При чем я здесь вообще? Почему я заперт здесь с кучкой назойливых подростков? Крипто, да! Супер-пупер! Спасибо, приятель! Супер! Кто хороший мальчик? Смотрите в дубляже Hot Voice 41 в октябре.